Всем привет, ребят, с вами Марк, и вы на моем канале 2А42. И сегодня у нас будет распаковочка магазин сокровищ 2 из Пятерочки. Сегодня у меня есть пакетики, 7 штучек, буду их всех распаковывать. Также я уже снимал шорсы распаковочки, их и тут подсобрал. Если не ошибаюсь, мне осталось 12 штучек. Я хочу сегодня найти вот эту вот монетку. Больше всего охота. Напишите в комментариях, стоит ли мне снимать про эту игрульку. И если вы знаете, она прикольная или крутая, то напишите в комментариях. Может быть, даже и правила напишите. Понятными словами только, чтобы было легче. Давайте же начнем распаковывать. Тут, кстати, у меня есть немножко повторок. Тут не все мои повторки, потому что я не смог везде с собой взять. Давайте начинаем. Первый пакетик. Что же у нас выпадет? Так, это вроде у нас не повторочка. Вот монетка. И она не повторочка. Давайте в альбомчик вставим. Это у нас американская монета. Вставили. Есть контакт. Следующая монетка. Я надеюсь больше всего на золотую монету. Это у нас дельфинчик, дельфинчик, дельфинчик. Вот, посмотрите. Это Европа Карпи. Вот она называется. Это у нас повторочка. Она из Европы. Давайте повторки будем ставить вот сюда. Следующий пакет на распаковочку. Это у нас вот. Вот он. Посмотрите. Это у нас повторка. Это британские острова. Называется Лиль. Вот он. Тоже поставим вот сюда. Следующий пакетик. А пока открываю, напишите-ка крутой комментарий. И это у нас... животным. Сейчас посмотрю, это повторка или нет. Это повторка. Это из Египта и Бис. Вот. Ставим сюда. А вы лайк поставили? Поставили? Молодцы. Это у нас тоже Ибис. Остается 2 пакетика. Что же у нас тут-то выпадет? О, это, по-моему, не повторка. Сейчас посмотрим. Это у нас... Да, это не повторка. Это британские острова Лаки. Лаки. Повезло, повезло нам. А мы дальше. Последний пакет у нас остается. Давайте. Пакет последний с закрытыми глазами. Вы только скажите, кто знает, это повторка или не повторка. Вот. Что? Пакет? Это не повторка, причем золотая. Слушайте, так нам вообще повезло. Вот. Все, мы вставили. Теперь у нас тут преобразилось все. Весь альбомчик. У меня улов. Это 2 монетки. Теперь мне осталось 10 монет. Я буду собирать, конечно же. А у вас какие там успехи? У вас вообще есть альбомчик? Сколько вам осталось штук до конца акции? Напишите в комментариях. И если у вас пятерочка. Я больше всего сейчас хочу. Ну, как бы, розыгрыш на золотую монетку. Угу. Я бы не против было поучаствовать, знаете ли. Вот. Сейчас у нас вот такая вот распаковочка. А вы подписывайтесь на мой телеграм-канал. Называется 2А42 Марк. Ну, тут QR-кодик будет. Так что все подписывайтесь. Там моя жизнь. И иногда даже я кадры со съемочек. Например, вот там делал распаковку этой акции, а я уже снимал, как я в машине еду с этой акцией для вас делать распаковочку. Так что все переходите. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ставьте лайкосы. Всем удачи, всем пока-пока.